Здравствуйте. Это главные новости Казахстана. Казахстан ограничит въезд иностранцев из ряда стран из-за омикрон-штамма. Казахстан с 3 декабря ужесточит правила въезда в страну гражданам 10 африканских стран и Гонконга на фоне появления нового штамма коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Марат Шаранов, передает Тенгриньюс. Учитывая появление нового варианта штамма коронавирусной инфекции омикрон, в целях недопущения его завоза на территорию республики на межведомственной комиссии принято решение ввести с 3 декабря следующие ограничительные меры: ограничить въезд в Республику Казахстан иностранных граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Малави, Танзании и Гонконга, сказал он. Кроме этого, власти введут обязательную 7-дневную изоляцию и наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для граждан стран, где уже выявлен новый штамм. К числу этих стран относятся Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада и Египет. Шаранов также предложил приостановить авиасообщение с Египтом. В свою очередь, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании заявил, что правительство поддерживает предложение Министерства здравоохранения по усилению контроля на границе с учетом появления в других странах омикрон-штамма. Контроль эпидемиологической ситуации внутри страны тоже должен быть постоянный, продолжать практику ношения масок в помещениях и транспорте, соблюдение социальной дистанции. Также нужно обеспечить должный охват вакцинацией и ревакцинацией, сказал он. Омикрон-штамм впервые выявили в ЮАР в середине ноября. Всемирная организация здравоохранения определила его как угрозу и назвала потенциально более опасным, чем предыдущий дельта-штамм. В организации полагают, что для уже перенесших инфекцию существует повышенный риск заразиться омикроном. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.